Скажи еще. Шок-контент. Такой вот у нас красивый домик. Весь грязный такой. Вообще, кошмар. Привет, Астрахань. Видите, какая красота. То есть мне говорят, что я хочу делать здесь ремонт. Как покрашено. Да, я тебе прикольно расскажу. Днем рождения, внучечка. Всех приветствую на своем канале. Я очень рада вас видеть. Надеюсь, вы меня тоже. Это очередной влог наши праздники. 17 июля у меня день рождения. 18 июля мы собрались его отметить. Отмечать мы будем в Брянске. Сейчас мы находимся в Москве. Я собираю все необходимые вещи. Мы сегодня вечером выдвигаемся на Брянск. После дня рождения, скорее всего, я останусь у бабушки в Погаре. И покушаю ее пирожков, так сказать, словлю деревенский вайб. Так что оставайтесь со мной и следите за событиями. Ходи, малыш, ходи. Тебя нежно целоваю, обнимаю я тебя. Ведь сегодня будет праздник и приедут все друзья. Мы тебя окружим счастьем, мы поднимем за тебя. Ведь сегодня день рождения у тебя. Ведь сегодня твой день рождения. Танц, подарки, вечер будет жарким. Ведь сегодня твой день рождения. Танц, подарки, вечер будет жарким. Как же любит он тебя. Наслаждайся вечеринкой, отрывайся до утра. И подарками завалим мы тебя. Ведь сегодня твой день рождения. Танц, подарки, вечер будет жарким. Ведь сегодня твой день рождения. Танц, подарки, вечер будет жарким. Ну что, ребят, всем доброе утро. Сегодня 18 число, я уже с утра занимаюсь делами, вот, сейчас поеду в больницу, потом к маме, я еду для того, чтобы записать вам макияж, потому что я дома забыла лампу в Москве, вот, а у мамы, только у мамы есть лампа, вот, поэтому я сейчас делаю все свои дела, и потом мы только выдвигаемся на базу. Сейчас зайдет к нам мой брат. Мы с ним не виделись просто очень долго. Давай. Цветочки.
как я для блога снимаю. Да, давай. Ева! Не узнала. Как вы себя чувствуете? Прекрасно. Сутки в дороге. Сначала самолет, долгое ожидание в Москве, переезды от аэропорта на ЖД вокзал, потом 5 часов в поезде ночном. Я считаю, это классно. Завод. Ева! Погодка, конечно, не айс. Ребят, вот такой дом двухэтажный. Мы сняли только первый этаж. Здесь у нас веранда. Гардероб, как заходишь. Поставили детскую кроватку. Также большой диванчик. Он раскладывается. Можно 5 человек поместить на него. Это мы здесь подготавливаем стол. Кухня. Кто ты, Лой? Ахиллес. Сын Пелея. У нас ванна. Как там жарко? Жарко, да. Закрывай. Дальше мы идем. Окна, кстати, открываются, и на окнах есть сетки. Да, кондей плюс. А здесь у нас комната. То есть получается односпалки. А здесь у нас двухспалка. Здесь мы заняли вот эту комнату. Здесь также есть туалет. Вот такой у нас туалет. Вот такая красота у нас. Также от розетки везде, если мне нравится то, что можно везде приткнуть свой телефон. Ну, телевизор, плазма небольшая. Ну, в общем, вот такой обзорчик. Есть детская площадка. Ну, правда, она очень такая. Мне кажется, больше для самоубийц. Вот, покажу вам сейчас задний дворик. Нюхаешь ты, вот нюхаешь, прям дыхаешь. И потом воздух. Вот так заглатываешь, и так ты понимаешь, как оно на вкус будет, как ты это чувствуешь. Хорошо, что мне все объяснили. Плохо, что я ничего не понял. Но это, очевидно, мои личные проблемы. Танцы, танцы, танцы. Мы с тобой везувия.
огни гнем бездумного любви. Думаю, вдвоем забудемся одни. Пускай все нас ищут, мы горим. Мы лежим на полу, дым вверх летит. И любить нам никто не запретит. Отпустить не могу я к ней прилип. Это будто безумие прилип. Я с тобой сам не свой, меня не сдерживай. Я ухожу в запой, моря безбрежные. Любовь мой алкоголь, любовь коттеджная. Ты потанцуй со мной, я будто бешеный. А в голове горой, мыслишки грешные. Моя любовь и боль такая нежная. Я потерял контроль, меня не сдерживай. Какая темная у нас ночь. Самая темная ночь перед рассветом. Смотрите, какая красота. Между ними стою. Такая, ну ладно, дай бог, ой, бог с этими крысами. Ну, лебедь. Хромали, там вдруг какая-то инфекция, а там... Нет, наоборот. Нет, а ты еще такая, ну крысы вот прям по ногам у детей. Ну как по ногам, вот такое вот расстояние. Где банана? Дайте мне банан. Просто как... Ты тоже участвуешь в напиле контента. Пилюха. Не, мне просто нравится, как Дима такой тащит, бедный. Как... А лицо серьезное, как у левых. Все, ребят, мы уезжаем. С этой замечательной красоты. Очень хорошее место. Ну, единственное, конечно, обслуживание у них хромает. Ну, так, в принципе... Все неплохо. Отдохнуть здесь можно, если не обращать на нюансы. Помыть посуду. Танцы, танцы, танцы.